Погнали. 73. Ранна блюбевин. Суставочкой. Но это не очень много, наверное. 9 КК3. За XQ1. Так, deadgood.ru. Там, надеюсь, я думаю, там все же актуально. Все, наверное, качества должны быть. Ремоут это один. Ракет Орбы. Блядь, девочная типа. А тоже один. То бишь один плюс один получается вроде два. Наверное, два. Ой, не то нажал. Не то нажал. Такие дела. Такие дела. А у нас T-Raid 1.92. Прикольно. Зато огромный рейндж. Прям реально огромный. 77. И пи с даты дэмэдж. 3.14. Бля. А! Опять чайка пролетела. Погода сегодня хорошая. Не, наверное, я это есть не хочу. Вроде легкая рума, а душная, потому что терза нет. Вроде элементарная рума. Да, довольно маленький, кстати. Довольно маленькое качество для Кракеторба. Ну, в принципе, он не прям что настолько полезен. Он тупо нужен на пару целей в ране. В основном. А так он не прям что уж мега полезен. Здравствуй, просто хваш. Два 1.61 скорость, 2.71 тирзы, 3.14 урона, чтобы был старт математический. Но посмотрим, может быть, так и получится. Фото взорвать ремоутом? Да, я не знаю. Так ли мне это надо? У меня пока ремонт, это мой билд, на самом деле. Думаю, не хочу его раньше времени тратить. На пота у меня и бомбы есть, если что. Какая херовая рума. Бля, он подгорел. Сейчас чемпион еще подгорит, будет очень плохо. Блять, он тоже подгорел, сука! Все подгорели. Ну-ка. Живем. Так, так. Ладно, все же схема там. Ну-ка. Таблетка безобидная. Ну такое. Ну, в принципе, это лучше, но чем все-таки. Это волнат, потому что там надо себя бахать бомбой, да, чтобы он прокал. Я это делать вряд ли захочу.
Тут диплопия есть. Блять, автомат 533 уже. А, 533. Ай, как я не хочу это делать. Как я не хочу этого делать. Как я не хочу этого делать. Ну и тут, наверное, придется. Хотя, с другой стороны, блин. Без диплопии, вернее, без ремоута у меня билд будет наполовину хуже. Я просто не уверен, что могу ли я терять ремоут в этом ране. Так рано. Я же после полубилда, это мой ремоут сейчас. Тут разовый эпик фетус. Ну да, это пока много, просто у меня уже было и 300 с чем-то как-то раз. Тут просто можно увлечься и это... И нечаянно все потратить. Войти в азарт, так сказать. Поэтому опасно, опасно. Как с казино. Вроде играешь, вроде умный, а вроде опа, уже и квартиры нет, и трусы последние отдал. И все. Вроде умный был. Вроде все было под контролем еще 5 минут тому назад. А уже все. Так и с автоматом здесь. Вроде денег много, а вроде уже что-то ноль. Как так вышло, непонятно. Привет, шоколад. Покер. Никогда не играл в покер. Вообще давно к картам не прикасался. Это со времен больницы, наверное, когда с глазами лежал. Еще надо в подростковом возрасте. Не карточник. В шахматы. В шахматы не умею, наверное. В шахматы играл, наверное, тоже в детстве, наверное, уж пару раз. Не сильно много. Больше в шашки играл. Даже, по-моему, в нарды играл, блядь. Было дело, по-моему. Но тоже давненько. Привет, Бульбазавр. Этого хоть хватит? Вау, этого хватает ровно. Этого хватает ровно. Что было? Там миопия, просто чтобы типа дальше не падало. Операцию делал потом, типа, раз в год, не раз в полгода. Типа на лечение. Так, профилактик. Да-да-да, вроде оно. Вроде склеропластика и была. Ну, кстати, норм сделали. Потому что я как сделал операцию, больше мне зрение, в принципе, не падало с тех лет. Так оно просто зафиксировалось. Как бы в этом весь ее смысл. А типа лазерный еще думал, думал, потом думаю, нахуй это делать, я уже к очкам привык, это уже плевать. Пока передумал ее делать в ближайшем будущем. Я себя уже, по-моему, без очков уже просто не воспринимаю уже, по-моему. Пугаться буду. Если буду лысый, еще и без очков. Это ж совсем страшно будет. А так, возможно, хотя бы лысый, но интеллигент. Зрение. По-моему, минус 4,5. Может быть, минус 5 на одном, по-моему, 4,5. Тоже давно не проверял. Скорее, не вспоминал. Проверять-то вроде ничего. Не, я знаю, что можно, но типа, это как-то странно, по-моему. Если зрение делать, то нахера мне очки. Ну только разве что вот с компом, да. Пока типа за компа еще так. В повседневе, ну смысла будет вообще мало. Просто так на очки. Это уже похоже на выебоны. Так я знаю, там делают и ниже.
Я знаю челиков, кто делал на минус 8, минус 10 делали. И им тоже до типа единицы делали. Там вроде сейчас можно всякое делать. Там с очень большого минуса вроде делают. Довольно успешно сейчас. Ну типа, если нет никаких осложнений. Там бывает прикол-то раз, там все глаза типа разные. Там всякие астигматизмы, еще всякие там штуки есть. Удачки. Что может типа усложнять. Спасибо за 200 рублей, Роман, еще раз. Это уже с песней. Как ты не взорвал? Что? Вместо очков Apple VR гарнитуру. Пусть у меня столько денег нет. В плюс можно выйти. Из минуса, в смысле это. Как оно называется, господи. Из миопии выйти в дальнозоркость. После операции. Было минус 5, стало плюс 5. Это был бы стонкс. Это был бы стонкс. Не, минус 6 это тяжело, да. Ну как тяжело, если очки есть, то типа можно, наверное. Но типа без очков даже минус 3 ты уже нихуя не видишь. Это буквально на улицу уже выходить страшно. Я помню, я в школе долго от очков отказывался. Потому что был ебанат мелкий. И типа у меня было тогда минус 75, по-моему, или минус 4 уже было. И то есть ты стоишь на носок, и ты просто нихуя не видишь. То есть автобус едет, ты, блядь, к нему подходишь просто под лобовое, чтобы нахуй понять, что там за номер. Это очень весело. И типа это минус 4 было даже, может, меньше. А, типа минус 6 это еще в два раза хуже. Как это уебище, блядь, убить? Пиздец просто. Как это нахуй проходить? Обожаю низкие тир-рейт старты, просто нахуй обожаю. Так, пошли на босса сразу. Чё-то надо хорошее срочно. Ну, неплохо на самом деле, ладно. Не такая плохая диплопия. Редный кросс. Мне другу на Эдене почему-то дали меньше одного урона на этом этаже, и он за три комнаты помер. Но... Один дэмэдж это соя, наверное, какая-нибудь. Наверное. Типа у тебя соя может быть меньше одного дэмэджа. Но соя дает тебе рейд. Что типа как бы компенсирует, но... Не всегда. Бомбы берутся. По идее, у тебя не может быть меньше одного дэмэджа быть без сои, наверное. Это маловероятно. Минус 6, это когда ты отводишь руку прямо перед грудью и видишь ее, отводишь бок и уже размывает. Ну вот, что-то типа того, да. Это реально страшно уже. Сколько нужно зрения, чтобы нормально играть в Айзека? Надо хоть что-то видеть. Вообще надо, чтобы ты имел единицу, но неважно как. В очках или без, но особо нет разницы. Хотя, может быть, можно даже меньше, чем один. Не тестировал, типа, можно, например, с 0.8 зрением играть в Айзека. Тут не прям много мелких деталей, но они есть. Типа надо все равно более-менее четко все видеть. Или можно играть на очень большом экране. Например, купить себе телек 2 метра. Тогда можно, может, и похуже зрение играть. Но тогда ты не будешь видеть весь экран. Тоже есть это. Проблема есть. Линза, которая помогает с ними бью. Я, честно, не в курсе, но просто я говорю, что у меня зрение уже не падает лет уже 15, наверное. Даже больше, наверное, поэтому я... Сильно не переживаю уже об этом. Я думаю, дальше уже только уже, наверное, когда уже
от старости уже моей будут падать. Ну то есть с года на год уже. Уже старческая будет, наверное. Ну да, мне кажется, 15, так что да. Получается правильно. В плюс пойдет. Да и нет, но там как? Там все равно зрение падает дальше обычно. Там просто больше уже типа не миопия, какие-нибудь там всякие глаукомы, катаракты, всякая такая хуйня. То, что уже больше именно возрастное, как правило. Там в основном уже такие вещи приходят. Правда, тоже типа не у всех и не все равно. Ну, типа, это такая вещь распространенная. Спасибо, Простоквашино, у меня сегодня дня рождения. Ну, спасибо. Опа, спасибо. Ну, давай. Все-таки мы залочим, видимо. Это хороший тринкет. Молодец. Уже окупился, получается, плюс-минус. Уже не бесполезен. Еще ешь. Не с той стороны оказалось. Ладно, вторую есть не буду тогда. Одной хватит. Яйца. Ой, яйца там большая бомба. Большая бомба. С ДР Серега. Сереге ДР сегодня. Тогда с ДР его. Всего хорошего. 2 года их носил, помню, как первый раз снял их. Их прикол в том, что они жесткие, типа не дают прогрессировать болезни, изменяя кривизну роговицы. Ты после них 2 часа видишь на одно идеальное зрение, а потом посел на дерево за окном и просто заплакал. Забавно. Ну, наверное, сейчас всякое есть, в принципе, я не удивляюсь. Наверное, и такое нынче есть. Да, господи. Толкнул он. Я в очках тоже, в принципе, вроде единица всегда была. Так что тоже, в принципе, нормально. Плохо, когда даже в очках видишь меньше, чем один. Это, так же печально. Там, в линзах или в очках сидеть, у тебя уже не можешь. Типа, они не могут сделать нормальное уже зрение. Такое тоже бывает. Только доль 7 лет там... 0.08 бывает делают. 5 лет. Ну вот я про то и говорю, летов, да. Там какие-то, видимо, особенности есть тоже. Это слабо. Просто знаешь, что типа я лежал там в больнице, там у челиков у многих такое было. Типа у них даже минус меньше, чем мой был, но им просто очки типа дают на только 0.8 или там 0.7. А не на единицу. Нельзя. По каким-то своим причинам. И грубо говоря, строчки, которые ниже, здесь это их вообще, по-моему, никто не видит. То в очках. Это, видимо, только если у тебя вообще зрение идеальное, только можно увидеть. Которые там 2 самые нижние. Кстати, может быть, их после коррекции видят, если полностью восстанавливают.
Здесь может. Куда мне лень искать. Не на дальней только строчке? По-моему, нет. По-моему, это не взаимосвязано. Когда у тебя ДДТ, ты просто видишь вдаль хорошо, но ты не видишь вблизи, там типа все наоборот просто. Ну типа вдаль у тебя зрение там не какое-то супер, это геройское. У тебя просто обычное зрение вдали. Но ты не видишь наоборот, вблизь расплывается все. И он... У деда было такое. Левым глазом вижу даже самую последнюю строчку, зато правым не могу разглядеть даже вторую. И такое тоже бывает, да. Когда, типа, очень сильно большая разница между двумя глазами. Да, это чаще бывает. Типа не всегда бывает, и у молодых бывает такое, но в целом, да, это более возрастная тема, дальнозоркость, как правило. Но это не всегда. Потому что я насколько лежал, там, в принципе, были челики из дальнозоркости тоже, которым было типа лет по 15, по 13, когда я там лежал в том же возрасте. Тащит, блин, жестко, конечно, было. Типа я самое раннее лежал в, лет, наверное, в 11-12. И там пиздец, там люди приезжали и с травмами глаз. Типа кому-то глаза просто удаляли. Типа глаз. После травмы. Пиздец. Страшная хуйня, конечно. Одному как-то петух в глаз укусил. Из деревни. Пацан был один из Туруханска, помню, какой-то пацан тоже был. Ему, по-моему... Блять, не соврать, то ли ножом попали, там просто типа баловались дети, ну так, типа ножиком как это, кидали эти игрушки эти, и короче, и видимо он улетел не туда, и прям в него попал, и тоже глаз удалять, пиздец просто, страшная хуйня, столько типа с травмами там приезжал, просто каждый день кто-то типа с травмой приезжал, и типа со всего края возили, потому что там буквально одна больница на весь край, а край типа Красноярск это пиздец. Какой большой. Там бывает только у нас, по-моему, еще и, по-моему, где-то в Новосибии еще вроде была подобная, но это уже типа не край, это уже типа уже отдельно. А в крае, по-моему, буквально одна, по-моему, больница была в то время. Сейчас не знаю, как сейчас уже, может, получше стало. Кто не уверен. Короче, да. Страшные вещи. Так что будьте аккуратнее. Раз палкой в детстве кинули, попали в бровь, очень сильно, чуть ниже летело бы минус глаз. Ну да, я говорю, в детстве это прям частое явление. У меня, помню, одноклассник просто это шел, типа это, и ветка в глаз попала. Ну ему вроде как-то это, удачно попало, вроде ничего не это, не повредило вроде ничего. А так, да, просто шел, типа все, темно было, не увидел и все, просто в дерево уперся и... Тоже мог без глаза остаться тем же образом. Всякое бывает.
кошмары в чате. Еще кошмары. Жизнь. Жизнь штука хрупкая. Собака за лицо кусала. Жесть. Блять, собаки — это тоже больная тема в этом городе. Последние годы. Столько стало этих собак. Бродячих. Уже, по-моему, тоже были случаи, что вроде насмерть уже грызли. Сейчас вроде маленько поспокойнее стало, но все равно, блин, собак просто тьма. Типа вроде ловят, может даже кассируют, но, видимо, это не всегда толк имеет и, может, не всегда делают. Что хрен поймешь. Типа, все ли это делается как надо. Красная секретка. Кек. Это не Марс Вольта, но там, по-моему, солист один, как минимум. А так не в курсе, там еще состав какой-то. Но солист точно оттуда. Он в обоих группах вроде есть. Пекинес моего знакомого за нос укусил и повис. За нос! Блять. Какой трэш. Сука, страшно. Хуя себе за нос кусать. Наверное, большой нос у твоего знакомого. Как он так его укусил ловко. Чтоб еще и повиснуть. Пауэрпилл. Мелкие собаки, они больше тявкают в среднем, но как бы один хер. Они, у них тоже зубы есть, поэтому как бы, ну, как бы там не была собака, все равно пусть она сделать может. Как бы тоже многие, по-моему, сильно это заблуждаются. Потому что они все еще очень даже агрессивные, в общем-то, мелкие. Не все, конечно, но такие тоже есть. Все равно, типа, есть породы менее агрессивные, более агрессивные. Ну и главное, конечно, хозяева, понятно, есть. Нормальные есть. Ебанутые есть. Есть совсем конченые. Поэтому да. Это как бы тоже все довольно сильно влияет. А, у меня активки не было. Забавно. Ты нашел первую активку? Это, похоже, первая активка после диплопии, что ли? Мощно. Блин. Отбираю еду у челика. А нахуй я повязал кошен-карту на эту хрень? Что-то я поспешил, да? Что-то я поспешил. Ну хотя, что я могу найти хорошего на квешн-карту? Наверное, особо ничего. Лабрадор. Большая псинка. Пш,
ждем диплопи, они ее уже не будут. Диплопи это уже из игры вышла. А так там может быть какой-нибудь мегабласт, разве что, ну, как-то плевать, даже если будет мегабласт. Гапи? А! Ну, кстати... Да плевать! Не, так фулл хелс. И два босса в стиле охереть. Безумие. Два босса в стиле. Ну, было бы 8 хп. А так даже один раз можно не дать, потому что нахера мне еще хп. Зачем мне еще синий хп? Можно и не использовать, наверное. О, атомием! Нормально. Опять пацана обломал. Опять не дал поесть. Ну что, уголь в этот раз? Ну вообще-то, давай. Все-таки это, наверное, получше будет все равно. Ладно, пошли отсюда. А, он же прокает, что-то я резко ушел, да? Слишком быстро ушел. Золотой шайнирок. Да как-то вроде пофиг. Вроде особо не нужен. Как-то вроде билд есть, а вроде билда нет. Непонятное ощущение. Вроде неплохо, а вроде как-то... Как-то все грустно в этом ране. О, это удобно. Это можно бахнуть. Это мы уже ели, видимо. Когда нет. Плохо. А. Ладно. Пока. До свидания. Можно и выйти, в принципе. Деньги мне уже особо не нужны, по-моему. Не, вот хп нужно красное. Нужно красное, потому что я потеряю Бонхарт. Это не хотелось бы так сделать. Ломай. А эти не поломались, думаете, вот тоже поломается. Ладно. Так, ну я тогда уже не пойду уже обратно. Молодец. Сам сгорел. Умный мальчик. Все сам сделал. А, ну пофиг, поехали. Опять красная тварь. Опять красная тварь. Кстати, у меня мантия есть. Я забыл, что у меня мантия есть, у меня же бланкет. Это здорово. Здорово. Я хотел бомбу забрать. Ладно. Сам виноват. Всадник? Наверное, был вчера. Который застрял в этом. В костре застрял. Такое с ним бывает происходит, да. Какая мать хуже без билда? Вообще синяя хуже, наверное, просто красная сильно быстро это раздражает иногда. Здорово, змей. Красная очень быстрая. Типа, когда скорость плохая,
Довольно печально. У синей больше хп, и у нее враги хуже. Она пауков срет и всякую хрень срет, которая тебе на лицо прыгает. Да, Лил Брим пока это похоже на мой билд, что очень грустно. А, блять, ладно, это у меня еще будет айфрейм почему-то. Но в целом, да, без билда любая мать плохо. Даже сердце легче, чем мать. По факту, кстати, сердце легче ноги. Зачастую. Особенно в репе. В репе с ногой такую жопу сделали, что теперь, по-моему, реально сердце легче, чем нога. Что там тупо нету места на этом файте. У тебя очень мало места для маневра. Что она тебе руки постоянно свои сует. Просто бесконечно руки сует. По поводу и без. Ну, типа, сердце тоже бывает. Но просто видишь, сердце можно бомбой бить. Нормально. Ногу бить бомбами тяжело. Сердце там буквально за пару бомб можно пройти, наверное. Может, за 3-4 бомбы. И ты уже в конце файта будешь. И там ничего сложного нет. А ногу хер поймаешь. Типа, на ногу можно одну бомбу поставить на старте, а потом ее поймать тяжко. Поэтому из-за этого еще легче сердцу, кажется. Молодец. Все еще не бесполезен. А та мем. Вау, как много получаю хп красных. А! Три боссов стила. И адалт. И full health. Что делать? И минус скорость, блять. Ладно, получил 0.03 спида по за весь ран, хорошо. Хотя бы так. Сакрифайс, но его искать надо, блин, так ли делать фул клир уже. Ну, может быть, и надо. Привет, чел. Привет, камон. Ты еще не умер, господи, как много ему дали хп. Это первая фатя. Как же него бафнули. Здорово, хапчик. Тирзап. Тирзы тоже толком не было. О, хороший айтем. Не, я не хочу. Типа, блять, долго искать. Лениво. Ей-богу. Лениво. Надеюсь, так пройдем. Ну, типа, хп много. Билда стало чуть побольше. В принципе, не так все плохо уже вроде. Чуть дали тирзы, дали дэмэджа. Жить можно. Боже, там еще пины. What the fuck? Да господи, умри! Хуйня из-под земли. Выбираю. И куда мы идем? Пиши наверх. Это не наверх. Направо. Это может быть направо. Класс. Это срун? Это чемпион срун или это чемпион с хп? Непонятно. Не понял.
сколько это был чемпион. Дай. Дал. Так проще будет. Вот эта система работает исправно. О, опять-то супермеченые. Я даже не понял, что это супермеченые опять. Я вообще не помню, в чем отличие. Здесь типа умеченного и супермеченного. Именно в бомбе. Они просто для меня абсолютно одинаковые. Псина. Ох, псина. Так. Блять, мешает пьедестал. Не, в бомбе наоборот их легко видеть довольно. По-моему, не особо сложно. Может, они, кстати, реально одинаковые в бомбе. Тут тоже может быть. Так, смотри. Сука, я теперь не успел. В тот раз получилось. Блять, серьезно. А в тот раз получилось. Ну ладно, все-таки, видимо, надо в одной руме делать лучше. Тот самый пекинес. Сейчас укусит Айзека за нос. Надеюсь. И не отпустит. Причем реально похоже. Эту собаку, если сильно прокачать, она очень жестко, по-моему, боссов кусает. Она прям на них, по-моему, застревает часто. Прям... Реально делает кусь. Прям жесткий кусь. Четыре пеналки. Не кисло. Не кисло. Да не, я просто не хочу его качать на три фазы. Я ж потом от него не убегу. У меня скорость меньше одного. Нет, собака сама нахуй съест. Собака съест своего хозяина. А у меня были какие-то карты лучше, чем дескарта? У меня были еще какие-то карты на руках? А, у меня был Balls of Steel, да? Блять, надо за ним обратно идти, наверное. Надо идти, наверное, обратно. Balls of Steel, кто его знает, может пригодиться. Типа, пока ХП есть, но оно может резко закончиться. В том же кафедрале. Так, и чё? А, вот он, окей. Ну, благо, идти пришлось недалеко. Куда мы шли здесь? Может, направо? Мемные раны были сегодня? Прям мемные. Я уже не помню. Любой ран это мем. По определению. Значит, были. О, неплохо. Думал, не хватит просто головы. Спасибо за 200 на него. King of Space. Песенка про животных? Что за песня такая интересная? Что там за песня? Да, вроде BFF усиливает. Хот-Т. Блять. Это опять музыка для детей. Детский стрим. 18+. Ну, кстати, эмоуты починились, what the fuck. Теперь эмоуты работают в этом. На экране. Господи, как это работает? Почему этот 7ТВ то работает, то не работает? Я нихуя не понимаю, уже просто отказываюсь это понимать, эту хуйню. Или... А, это потому что эмоуты не 7ТВ. Блоб Дэнс это не 7ТВ. О, псина ужила, подожди. Псина. Пошла нахуй псина. Так. Да, нихера оно не это. Не работает-то.
Погорячился. Капец, раны все долгие, блин. Ни одного рана, по-моему, быстрого не было сегодня. А чё я взрываю здесь? Уйди от входа. Бенгеры. Тут всегда бенгеры. О, терзап. Кайф. Плюс один. Холд Витлус. Тринка, да. Ну, я и пользуюсь периодически. Я даже пытаюсь порой типа орбиталить, пока у меня и фреймы есть. Тринка очень хорошая. Даже на Эдена. Она, конечно, больше на толстах хороша. Ну и на еды она бывает полезно тоже. Чего, блядь? Че, блядь? Че такое? Ну я говорю, 18+, детский стрим. Че начинается-то? В смысле, покажи попу. Бля. О, ладно. Нифига, мы тут еды нашли. Yes. Все, я нашел карту нужную. Погнали. Жри. Нет, это я не буду жрать. Дес карту можно где-нибудь поюзать по-быстрому. Песенки. Как бы не оптимально, но пофиг. Может, больше уже хп не потеряю. Ну, сегодня будет голова Крампуса на этого. На синего. А языка без нее пройдем, наверное. Это видео ли, блиц. Скинь человек линк. У кого он есть? Ебать, что это такое? Что это, блядь, за линк? Почему такой линк страшный? Наверное, из-за русских букв. Что это за ссылка? Точно рабочая ссылка. Раз божий. Ой. Заблудился. Оно кончилось. К сожалению, ну да. Все хорошее однажды заканчивается. Ежиков, да хватит уже ежиков. Сегодня уже были. Прикол. Чуть меньше прикол. Ежики были, ты что, пропустил ежиков? Сегодня ежики были уже. Видимо, ты их пропустил, все.
Уф. 46 минут чистого кайфа. Господи, какой кошмар. ГГ. Музыка.